даже не знаю, с чего начать, вот как оно было, так я пришла с такой квадратной головой и тысячу вопросов. Значит, подхожу я с прогулки, пришла домой, и так это смотрю, под дверью у меня такой большой приличный лоток, а сверху довольно большая шоколадка Милка. Ну, как-то, ну, вначале думаю, ну, кто мне мог? Короче говоря, я вот это все поднимаю, открываю лоток, а там довольно приличный большой кусок рыбы. Я вам сейчас покажу. То есть, как поступить, я не знаю. То ли перепутали квартиры, то ли перепутали этажи. По дому я там никого не знаю. Факт налицо. Ну, что мне делать? Идемте, я вам покажу этот сюрприз такой интересный. Может, за кота? Может, за кота? Не знаю. Ну, как-то мне все это неприятно. Знаете, я сейчас что-то думаю, вот я неправильно поступила. Во-первых, думаю, что-то из своих. Поэтому я взяла этот лоток с этим шоколадом и занесла в квартиру. Теперь, когда я узнала, что это не мои родичи, вот, ой, господи боже, чуть не впала. Вот, мне как-то стало теперь неприятно, потому что, может быть, зачем я в хату занесла это все. В общем, сейчас посмотрим. Что, что мне такая дышка? Да я занервничала. Сейчас начинаю нервничать. Надо было... Ну как? Звезды. Ну как? Можно ее молодую? Да нет, не надо шевелиться. Ну просто вы... Ну я действительно, потому что я никого не знаю. Ну что, вы старше соседка? Мы пытаемся подружиться. Вы можете нам Машечку, мы вас уже за это любим. Зачем? Вы рыжика, и мы рыжика. Мы сегодня на балконе пожарили рыбку. Ну рыба, я большая рыба, хорошая рыба. Я вначале думала, что это дети. Нет. Шоколадку. Шоколадку. Да я бы там... Нет, вы меня... Вы меня извините, потому что разные мысли пустили. Нет, ну сейчас все люди... Колонка. Я вам очень благодарна, конечно. Я и подумала, что вы испугались, потому что мы с Мазой спустились с дочкой. Я говорю, стучи бабушке. Она стучалась, бабушка не открыла, мы пошли на верх. А у нее истерика у Маши, что бабушка не открывает. Бабушка не открывает. Понимаете, сейчас проблема в том, что люди забудут доброту. Ну, не то, что забыли доброту. Забыли. Реально забыли. А мы пытаемся это наверстать. Сейчас ничего плохого в этом нет. Конечно, нет. Конечно, нет. Я чисто как-то... Вот мы такие, мы такие. Я очень благодарна. Момент доброты – дикое состояние. Я сегодня иду, я говорю, что иду, знаю, что я никого здесь не знаю. И никого не встречу. Да и мы никого не знаем. Мы тоже никого не знаем. Здравствуйте. Мне так неудобно. Мы никого не знаем. Меня зовут Надя, его Денис. У нас старший сын. Маша вон в коляске. Маша дочка. Мы ваши соседи. Это хорошо. Я вам благодарна. Мы чисто по-соседски. Очень благодарна. Здрасте. Ну, Рыжуля опять загулял. Загулял. Рыжуля я сегодня утром видел и приглашал Рыжуля. Ага. Такой думал, зайти, не зайти. Во сколько, скажите мне, он подошел, потому что... С утра. Ага, ну, утром выносили мусор, но он загулял. Ну, где-то в 9, с 9 до 11. У тебя были холода, слушай, теперь я так... Вы меня простите еще раз. Да, я поняла, что вы испугались и не открыли. Ничего страшного. Нет, меня не было дома. А не было? Нет, я же гуляю, мне нужно много ходить. Ну, вот я муж сказал, что вы гуляете, а я говорю, наверное, испугалась. Нет, не было. Ну, я, во-первых, хочу... Все на мужа гуляет. Я иду. Это большое счастье. Гуляет. Все, пока. Да, я иду, как раз думаю, сейчас фотку и в группу напишу. Может, ошибся. А что, Маша, мы еще вас пловом угостим. Я буду вкусный плов готовить на балконе, на узбекский настоящий. Но ты все фишки не вскрываешь. Нет, у меня поставили неловкое положение. Я практически ничего не готовлю. Слушайте, ну дети меня освободили. Мы всем здесь. Того угостили, того, потому что, ну, сейчас такое время, ничего плохого. Каждый момент это. Я сейчас просто расплачусь от доброты, потому что да, мы отвыкли уже от доброты. Не то, что доброты. Нет, просто от момента внимания. Да. Поэтому не тем более, что пошла такой возраст, знаешь, возраст, который. Ну, я понимаю, знаете, такой ненужности. Не выдумывайте, все хорошо. Возраст — это то, как ты сам себя чувствуешь. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Да. Соседи с пятого этажа желают вам удачи. О, мы на пятом, спасибо. Да. Вот, мы на пятом, а в июне переедем напротив дом. Ага. Что ж ты опять? Все карты. Все карты. Спасибо вам, пожалуйста. Все. Боже, как же мне неудобно. А у меня какие-то мысли. Ну, какие люди, боже мой. Приятно. Ну, мне, ну, конечно, приятно. Мне очень приятно. Я мне тоже очень не ожидала. Приятно. Я вот иду ожидала. И думаю так, уже в группу смотрю, там я может только, кто-то что-то... Я же, мало того, так я еще иду, от этого лично опущена, о чем-то думаю, неизвестно, и даже не здороваюсь с людьми, не от того, что я такая, это просто, ой, как мне не стыдно и неудобно. Все-таки... На самом деле очень приятно, представляете? Вот очень приятно, очень друг приятно, друга. Да. На очень приятно. Я же вам говорила, что у меня из-за рыжика здесь не знаю. Только из-за кота. Боже мой, вы меня простите. Простите, мои подписчики, мои дорогие люди, которые меня смотрят. Это все импровизировано, это все не придумано. Это реальная жизнь. Это то, что, видите, баба все взяла с собой телефон. Но я немного испугалась. Оказывается, какие добрые, какие отзывчивые, какие замечательные люди. Вы говорите. Спрашивает, да? Как же это все начиналось? Значит, я когда пришла, вот тут вот, значит, вот на пороге лежал этот судочек и сверху шоколад. Так, заходите. Сейчас. Все, включу. Вот. Заходите, заходите, не стесняйтесь. Вот этот лоток. Вот, а сверху, ой, шоколад. Ну так все прилично, все такое вот. Ну, оказывается, соседи. И оказывается, видите, вот благодаря, ой, это досушевые носки. Господи, ну что говорится, как все аккуратненько, смотрите, рыбина, какая красивая рыбина. А я еще сегодня пошла в Литл, и все, так пришел такой запах вообще. Обалдеть. Красотень. Ну, у меня какой-то... Я даже не спросила, боже, на пятом этаже же, вот откуда они? С Киева, с Одессы. Я даже не спросила. Такие приятные люди. Такие... Они, кстати, тоже подкармливали рыжика. Но рыжик ни от кого даже к этому так... Ну, ко мне он так пристроился. И все время со мной. То есть, видите, какие благодарные люди. По-соседски как. По-соседски. Не чисто по-соседски. Сказали, да, что... А я так думаю. Я сейчас, вот, мне, знаете, вот говорю, не бери грех на душу. Не бери грех, никогда нельзя плохо думать. Но я не то, что плохо подумала, я просто испугалась. Я чисто испугалась. Думаю, ну как это, в чужие краине, да, в чужие краине свои люди. Все свои, все родные. И... Ну что? Будем пробовать? Будем пробовать, господи. Я как где? Будем пробовать. Сколько рыба? Кстати, эта рыба дорого стоит. Это ничего не будет. Как красиво на все. Это как... А запах очень приятный. Очень приятный запах. Ну что, руки грязные. Что-то такое. Ну, рыбина классненькая, посмотрите. Ой, господи. Сейчас. Есть хоть такой соус интересный. Ну, все. Всем всего самого-самого доброго. Ну, и нам тоже. Спасибо нашим моим соседям. Я перед ними теперь в долгу. Вот так вот. А я теперь думаю, что же я же должна лоток отдать. Значит, надо что-то приготовить. Я покажу, что я сегодня купила в магазине. Вот знаете, чего здесь мало и ну вот вообще нету? Это селедки. И тут селедка, ой, селедка в майонезе. Ну, слушай, мне показалось самое-самое вкусное блюдо. Это селедка в майонезе. Вот она, самая настоящая селедка. Вот. Первый раз такое покупаю, но и истосковалась. Считайте, где-то года два
Ну, полтора точно. Я селедки еще не ела, а я ее люблю, селедочку. Так что посоветуйте мне, что же мне приготовить, чтобы, ну, красиво поступить, чтобы лоток не пустым возвращать.